Так, всем здрасте. Ой, Фатян, привет. Вот, короче. О, вспыш, что это было? Не показалось? Или что-то было страшное? В общем, добиваем колду. Конечно, блин, столько скандалов вокруг нее, конечно, там, да. Нас... Что происходит? Вы это тоже видите или нет? Или только я вижу? Да ладно, какая-то дичь какая-то происходит на заднем фоне. Вот, в общем, короче, Activision, конечно, пережестили с колдой. Прям накосячили, даже так скажем. Но мы все равно допройдем. Как бы не будем к этому всему серьезно относиться. Ох, так, что-то надо вот так вот сделать. Да, сегодня стрим только на Твиче. Я так подумал, короче. Хватит это терпеть. Все равно на YouTube мало кто заходит. В ВК так тем более. Поэтому только Twitch теперь. Хотя еще можно на миксер, но миксер что-то не работает нихера. Не пойму, в чем дело. А че... А, так вот. А, Call of Duty. Надо, чтобы стрим не вылетел. То он любит это делать. Так, как мы, наверное, закрываем... Закрываем. Я сейчас как раз вернем игру, блядь. А, блядь, ешь. Лучше, блядь, так не делать. Что-то страшное происходит. Ладно, так. Я же звук выключил-то. Так, теперь развернем опять. О! Вот сейчас она у меня, по идее, должна нормально работать в окне, короче. Очень плохо игра работает в полноэкранном режиме без рамки. А нет, нихера. Ну как-то получилось, она не заработала нормально, работала в 60 кадрах. Так, как когда ставишь, короче, 20 кадров и все. В окне на весь экран. Нет, так нельзя. Ладно, переходим в полноэкранный. Надеюсь, больше мне игру сворачивать не придется, потому что она очень, очень плохо на это реагирует. Что у меня аж... Блять, опять у меня качает какие-то шейдеры. Ты, блять, за... В общем, это... Задолбал. А мы подождем. Ну так, чисто по приколу. Потому что, может, из-за них все лагает, не знаю. Я так посмотрю, короче, у всех заставки лагают. Не знаю, как, почему, что, может, они откуда-то, блядь, 4К закачиваются, как это было в этом. Как его? Ну, скажи. В Quantum Break, когда сериал подгружался, и то там оно нормально работало. А тут как начинает, короче, загружаться, и все. Какая-то дичь начинает происходить. Не, ну вроде, кстати, игра пропатчилась, вроде бы. Дрова я обновил. По идее, все должно работать хорошо. Но это не точно. Ну давай, 90%. А чё с кадрами-то, алло? Че, блядь, происходит? Да, 18+, конечно, нажестили, блядь. Конечно, 18+. Так, ладно, продолжаем игру. Достал где-то часа на 2, может, 2,5. Главное, что все хорошо работало и стрим не вылетал. Это печально прям. Причем из-за заставок вылетает. Это странно очень. Так, меня же слышно нормально? Ну да, вроде. Я уже, блядь, живые обои вырубил, чтобы они, короче, видюху не нагружали.
прищучим эту сволочь. 3-1, я главный. Будьте рядом, ждите запроса. Понял вас, главный. Ожидаю. Я транспорт 1. Наблюдаю сквозь. Буду через 15 секунд. Вас понял, первый. А чё так громко, блядь? Грешник 1, видите наблюдение. О. Так. Подачи. Чутка подубаем так вот. Музыка. А эффекты где? Эффекты тоже. Ага. Понял. Грешник ведет наблюдение. Движение. Так, ну меня. Я, по идее, должен быть громче, поэтому все хорошо должно быть. Так, тихо. О, что за просадки, блядь, слышь, игра. Ты ж нормально работала, блядь. Он так, вроде чисто. Слышь, пёс ты. Правильно. Руки, руки покажите! Все чисто. Мы 2-4 и 2-6, будем ты. Так попробуй пистолет взять. Слышь? Что делаем? Да никто детей не собирается бежать, слышь? Мы ж не конченые совсем. Хотя кто знает. А чё ждём у ворот, сказал? Я, блядь, когда начинаю рассуждать, короче, начинаю переставать. Блядь, я ещё не подошёл, слышь? Начинаю подрывать сразу. Дверь наша точка входа. Ну я отказываю. Ты? Он собаку застрелил. Вот ты псина, короче. Что за люди-то вообще? Ладно, тут русских мразями показывают, но, блядь, собаку стрелять, это, по-моему, перебор уже. Только не вообще, ты спа. О, блядь, я запомню тебя. Кто ты? Свенти? Сука, я запомнил тебя. Моя, да? Так, руки прочь. Трое, понял. Только, блядь, дернитесь нахер. Ах ты, сучка. Свои? А, свои. Прайс, пойдем. А чё ждём-то, не понял? А. Я 6-3, у задней двери, понял. Первый этаж чист. Понял, идём к вам с другой стороны. Сержант, может, вырубим свет? Пусть им будет темно. Ну это ты здорово придумал. Включаю свет. Второй этаж. За мной. Стойте здесь. Поняли. Ну, пойдем. Идем на второй этаж. Движение. Слева у двери. Минус два. Проверяю слева. Руки, руки! Смотри, Алла. Ухала, кайфет, ну. Адеду, не кбир. Лезем не стаслим. Все чисто. Один убит, один неизвестный. Понял, выдвигаюсь. Жуткий хп оставился на стрим. О, здорово, герой. Как ты там? Жив цел, орел? А что сделать там? А, зайти за все, понял.
Откуда он стрелял? Че слева? Открывайте, вроде никого. А ты хочешь, чтобы я в окно пострелял? Захожу внутрь. Понял, захожу. Да, таро. Блять, отвлекся. Здорово, Владик, здорово. Захожу внутрь. Понял, захожу. Только, блядь, дернись. По нулям, объект не обнаружен. Понял тебя, Кайл. Парни, включаем свет и начинаем обыск. С прямым успехом. Всем подъем. А, я видел, да, я отвечу потом. Я на первый этаж. Не знаю, температура скачет. Слушаю. Этим, блин, херово, это самое херовое. Для сбора информации. Понял. А типа, чем на улицу, да? На первый этаж. О, ладно, пойдем. Мы не опустим руки. Никак нет, надо поговорить. Так, первый. А ты вышел, чтобы меня путь преградить, да? Послушай, собака сутулая. Спокойно, отпусти его. Отдайте мне моего сына. Спасибо. Не бойтесь, мы вас защитим. Где волк? Так, и вы убежище подвезли. Блин, а вот глянем, кстати. Спасибо. Запри их. В чайхану, за мной. В чайхану? Чайку попить? Да коленчик покурить, ну пойдем. Всем отрядом, Браво выходит в чайхане на повторную зачистку. Тоннели, открывай, Кайл. Почему? Почему они мне по-английски подсвечиваются? Ишь, по идее. А, я открываю. Я что, типа, самый левый, что ли, или что? Самый рыжий. Да у нас тут дыра. Всем отрядом во втором здании тоннель, иду туда. Так, полезли. Я поведу. Удачи. Мы за тобой. Контакт! Ох, мать! Право 06, я эхо 3-1. Тоннель обрушился. Прием. Мы отрезаны. Лишь мы с тобой. Ах, как старые времена. Да, но мы не... Понял, принял. Мы теперь в логове волка. О, ясно. А типа нету там ночного видения? Как бы, куда она, блядь, делась? Здесь растяжки. Поломалась, что ли? А типа обезвредить не бывает? Обезвредил. Забери гранату. Я, блядь, без тебя знаю, слышь? Иди тихо. Они прячутся повсюду. Голоса. Это ты? Ну, они знают, что мы здесь. Блядь, еще видеть хоть что-нибудь? Опять растяжка. Осторожно. Где, блядь? А, вижу. Давай, Алекс, я прикрываю. Че тебе дать? Нихуя тут растяжка, блять. Блять, надо подождать. А он сам, что ли, на растяжку наступил? Ясно. Они, как, походу, не особо умные. Да, блядь, попадешь в него, нет?
Если понять, что с помощью камней и палок мы сломать любой ПМВ, потом пострадать. Да вы... Вот только что носили ПМВ, типа, а все, потом куда он делся? Сломался? У него как дешоль быть, украли цыгане или что бы, я не понял. Я убил того? Да ладно. А теперь граната, а вот она. Ловушка обезврежена. Поняла. А есть быть оружие нормальное, типа? Дробейка, это, конечно, хорошо, но что-то... Вижу одного. Левая ниша. Блять. О, калаш. Нормально. Иду налево. Осторожно, сверху. Это, блять, как? А, вот так. Нихера. Ты, блядь, что слишком драматично умираешь, слышишь? Перебор. На моей стороне проход. Сзади. Слева чисто. Их хера не видно. А прикинь, что бы RTX работал, я вообще тут, блядь, слепой был бы. Иду направо. Зачем уже бегал? Ну, сука. Справа чисто. Надеюсь, она его убила. Ой. Чисто. Нихера ты жесткая. Пахнет бензином. Кого? Нихера! Я в норме. Какие бить изобретательные. Кажется, можно проползти. А чё бензин так быстро сгорел? Начинай ползти, я тебя прикрою. Или это только в фильмах так долго горит? Зачем ты привел ее сюда? Я пришла сюда сама. Уходи, ну! Я не смогу тебя защитить. Идем с нами, Хадир. Нет, теперь уже поздно. Покажи свое лицо и умри. А, прошу. Эти люди просто хотят нам помочь. Это террористы. Предатель! Ошибаешься. Вот увидишь. Это мы за братаном ее, короче, пришли еще. Как оказалось. Блин, она была встретить или нет? Все быстрее, но вот этот брат оказался бы, короче. Думаю, заново вот это ползти все. Такая себе перспектива, я тебе скажу. И что, мы за ним пойдем? Ну, пойдем. Блин, ни хера не видно. Блин, а че вы бегаете, слышь? Бля! Ну погоди, блядь. На, лови! Они здесь. Готовься. Не, радует одно, что мы не только против русских воюем, как бы. Уже как бы хорошо. Не надо бегать. Патронов можно, блядь? Видимо, нет.
Тут неплохо садануло. Найдем еще, блядь. А где, блядь, начало, где конец? Блядь! Ты что, дурак, что ли, блядь, пугать меня так? Только, блядь, за гранатой потянулся. Да что ты? Ай, бля! Да, он... Видимо, а, блядь, это слеповая, я думал, это дымовая, короче. Ой. Да сохрани огонь прям. Прям на убийство. А как его обойти? Типа я. Можешь зайти с фланга? Бля, я с радостью, типа, ну. Ух. Световую гранату брось. Понючи меня. Те всего-то. Я-то думал. Не надо. А, обгоревший парень. А ты, блядь, как? А, типа там это. Понял. Не дурак. Блять, блять. Неудачник, сука. Все нормально. Спускаюсь к тебе. У нас нет, все нормально. Иди за Хадиром. Я найду путь нормально, наверх. Нереально. Да полежу, отдохну. Че нет-то? Так, а мне, блядь, куда? Так, если я упал вот так вот, то мне, блядь. Мишка? Где что, детей держали? Так, где заперто? Значит, мне сюда. А значит, нам... Я 3-1, как слышно? Внимание всем! Я Эхо 3-1. Передаю вслепую. Цель еще в тоннелях. Отслеживаю. Тебе хоть бы фонарик какой-нибудь дали. Не видно ни хера, блин. Толкать. Нужно как-то пройти. Так иди, господи, мешай туда, что ли. А что у нас там? Что у нас там? Нихера бомбануло. А вы там в порядке вообще, не?
Благами сюда надо. Придумал сейчас растяжка ебанет. Так. Покажи мир, что нас можно купить. Разумеется, это не так. Купить можно мощь. А мы простые мать. Мы берем оружие. Мы оставляем его себе. Здесь оставаться нельзя. Да шо ты? Ну толкай, ёб твою мать. Да, блядь, иди ты, ёб твою мать. Ну кот, типа, залезть надо. Здесь должно быть что-то полезное. О, бля! Я, походу, вы погибли в огне и дыму. Спасибо, Кэп. Ну что так... К лестнице, типа, да. Ну, типа, вот сюда. Ой, блядь, сейчас ебанет. Ой, блядь. Вот это мы. Здесь оставаться нельзя. Ебать! Ты, блядь, ты чё такой тихий, да, блядь? Сражаться без печали, воевать без сочувствия. А, блядь, прям в огонь! Кого выше? Ой, блядь. Шире шаг. Жми залетные. Не сюда. Не сюда. О май, нифига ты! Алекс! Чё тебе? Спасибо. Сюда. Твоя работа. Чисто ассасин, блядь. Большой путь, но здесь ничего нет. Это волк. Впереди. Иди. Да? У вас есть только я. Таймер, поиск смертника. Выхода нет. Это конец. Может, не надо? Отсчет идет. Я убил его. Помогай. 20 секунд. Действуй в точности по моей команде. Ну, блин, давай. Готов. Да, да, быстрее. Блядь.
Блять, я что-то потом только услышал через... Ну... 20 секунд. Действуй в точности по моей команде. Хорошо. Режь провода. Готов. Зеленый. Через 3, 2, 1. Режь! Ладно, надо Элдреза по команде решу, я понял, говорит. С третьего раза все работает всегда. 20 секунд. Да, блять, поняли вы, спасибо. По моей команде. Режь провода. Готов. Зеленый. Через 3, 2, 1. Режь! Зеленый, дальше. Желтый. Через 2, 1. Режь! Желтый. Последний. Красный. Красных 2. Верхний. Через 2, 1. Давай. Походу, это был не верхний. Ладно. 20 секунд. Ну хорошо, хорошо, давай. По моей команде. Режь провода. Готов. Блять, я понял, давай уже. Через 3, 2, 1. Режь. Зеленый, дальше. Желтый. Через 2, 1. Режь. Желтый. Последний. Красный. Красных 2. Верхний. Через 2, 1. Давай. Есть. Готово. Отлично. Нихера мы с тобой саперы. Это все ты. Спасибо. Где с первого раза не получилось. Многолетний опыт. Да уж. Всем, я их Эхо-3-1 передаю вслепую. Джекпот. Главная цель уничтожена. Теперь в списке. В каком списке? Международных террористов. Я приказал своим морпехам считать армию Фары врагами. Что? Они наши союзники. Теперь уже нет. Держите своих мальчиков на коротком поводке, полковник. Иначе что? Иначе я вас на нем повешу. Кейт, этим людям нужна наша помощь. Мы ничего не можем сделать. Очень даже можем. Я сам буду решать, кто мне друг. Алекс, не надо. Я возвращаюсь в Урзыкстан. Останусь в армии Фары. То, что вы делаете, незаконно. Да, в общем, все, что мы делаем, незаконно. Только хорошее. Я по-прежнему друг. И я. Какие спасибо. Добрые ребята. Сейчас прямо расплачусь. Это я теперь стриму пауза. Почему-то мне. Видео. Не знаю почему. Конечно, верю. А здесь 10 лет назад. В плену. Так, заключение за 9-й год. Фара Карим, лидер пленных. Сестра, проснись. Кадир, это ты? Да, я, покажись. Проснись, Фара. Да, блядь, проснулся, жену. Сколько ты уже в одиночке? 10 дней. Тебе плохо? Без еды и воды. Блядь, ну как ты знаешь... Ничего, я выдержу. Не сказать, что хорошо прям. Зачем они разместили нас рядом? Хотят меня расколоть. Сперва пусть убьют меня. Нет, Хадир. Ты нужен мне живым. Смотри. Я украл ключ. От чего? Мы это выясним. Вот, возьми. Лови. Да. Есть. Отлично. Спрячь. А что-то типа не шма... Куда, блядь? Он знает о сообщениях. Знает ли он, что ты Карим? Разберемся. О, давай ты можешь прекратишь пиздить, короче, под руку. Хм. Да, Доба. Воссоединение семьи. Как мило. Что, хватит? Так скажи правду. Введите его на склад. Пусть заговорит. Это я сам займусь. Назад.
двери. Понял, понял. Руки от нее убери, больной урод! Я убью вас! Надеюсь, вы хорошо пообщались с братом. Не факт, что еще увидитесь. Увидимся. Заткнись и иди в угол. Не смотри на меня, Фара. Ну ок. Отвернись, я сказал. А, понял. Если хочешь убежать, скоро ты об этом забудешь. Смотри на меня. А ты определись. Смотри, не смотри. Как же жарко в этой богом забытой дыре. Ты, наверное, хочешь пить. Хочешь? Ну, еще, блядь, да, как бы. А все. Принесу тебе. Падла такой, бля. Двери. За мной. Я за тобой. Жесть. Сюда. За водичкой, да? О, хорошо. Сейчас, на походу. Я понял, что сейчас будет делать. Воды, говорит, хочешь, сейчас получишь. Тебе не сбежать, Фара, и никто тебя не спасет. Здесь командую я. Я могу сделать твою жизнь гораздо, гораздо проще. Ну, расскажи мне о Кариме и неотправленных сообщениях. Ну, короче, с... Отвечай мне. Карим мертв. Хватит защищать его. Себя защищай. Я был с тобой терпелив. Теперь все. Не теряй твою сознание. Мать. Видишь брата в последний раз. Он даст тебе попить. Старайся дышать. О, пытка водой. Отлично. Вот молодец. Водой дышать ты не сможешь. Тебе нужен воздух. Молодец, девочка. Молодец. Хорошо. Пока хватит. Жестко. Кстати, вот так вот любят пытать американцы, на самом деле. Держись. Это у них любимая. Еще раз. Пытка водой. Кто такой Карим? Блин, тебе сказали, Карим. Карим мертв. Выгораживаешь его. Тебе же хуже. Заводи! Я нашел одну из твоих сестер. Я ничего не сказала. Все хорошо, Азаде. Тихо! Ее жизнь в твоих руках, Фара. Продержишься, она выживет. Отключишься, умрет. Еще раз! На этот раз все будет сложнее. Не туда! Не туда, Фара! А ты хороша. Не в смысле, хорошо быть. Мне бошку держите, чтобы я поворачивать мог. Все справитесь. Головой двигать пытаешься. И еще подак. Разок вдохнем. Все. В этом и... В этом-то и смысл, как бы. Поздравляю, Фара. Ты спасла ей жизнь. Походу, ненадолго. Теперь скажи правду. Или она умрет. Я сделала, как ты сказал. Эй, я сказал правду. Что за Карим? Да правду скажем. Я не знаю. Ну, типа. Но все равно ее убьет, но. Сообщение от меня. Я Карим. Я их отправляла. Ну, разумеется. Фара, нет. Я и так это знал. Уведите. Скажи другим, что их бесстрашный лидер сломался. Я думаю, в любом случае. Хотя, типа, пихуй вообще, короче.
Я слишком добрый. Ты должна быть голодна, Фара. Поешь? Поговори. Что там? Ты думаешь, это игра? А? И ты можешь выиграть? Ты шо, кончен, что ли? Игры кончились. Твой брат украл у меня ключ. Где он? Ты ключ? Один пропал. Но есть другие. А что он открывает? Умный себя считаешь. Карим. Где ключ, который украл твой брат? Чё, какой ключ? Какой ключ? Который ты прячешь. Эта страна настоящая. Конченые ребята, прям. Я пришел, чтобы нести закон и порядок. И ни один террорист не причинит зла моей стране. Нихера. Я защищу Россию. Нихера, вот это лозунги. Тихо. Ну, он здорово придумал. Убейте всех, заприте их на складе, сожгите его дотла. Ты не спасла своих людей, Фара Карим. Ты их убила. Вертолет мне, быстро! Всех оружие! Бою, всех, бою! По-моему, Activision немного берега перепутал. Обычно такая ярая борьба с терроризмом, это у американцев. А, такие прям... Чё сейчас? Вставай, блядь, чё всё разлипло. Не туго. Пока они там отвлеклись на всякое. Нихера. Нужен инструмент. Какую, блядь, что, мастерская это, что ли, инструмент? Ложка. О, ложка. Идеально. Ложки нет, Фара. Хорошая заточечка. Да. Слушай, ты ее так согнула, а тут ты, блядь, открываешь. Как это работает? Типа. Ну, где же совсем грани попал? Клюква, не, ну да, как бы. То есть обычно вот, вот эта вот ярая вот эта борьба с терроризмом, это у американцев такая херня. А тут они просто, короче, какой-то рескин сделали. Типа, что это русский. Хер знает, короче, я не знаю. Ладно, пройдем уже до конца, как бы. Мне просто, блин, интересно, чем это все закончится. Камни. И что ты, блядь, хочешь, чтобы я ими сделал? О, блядь. Блядь, да тихо. Тихо. Да, сработало. Какая глупая система. Что открываются? Не подходит. Надо попасть Херо. Туда. Куда, блядь, туда? Нет. Можно залезть наверх по стулу. А, понял. Чё, нет, тут другая тема. Демонизировать русских. Он уже не первый, сразу же слышит, как русских начинает так сейчас в путь. Знаешь, люди тоже как бы, блядь, не очень умные. Как бы умный человек посмотрит, подумаешь, ну, блядь, явная херня какая-то. Ну, а глупый человек как бы поверит во все это. Какое-то движение. Крысы, это место просто помойка. Барков тебя убьет! Почему меня? Это же твоя секция! Черт, найди ее и убей! Сержант Трек больше, чем без... Ну, убей, да, всегда. Я слышу движение. Это она. Так ищи ее, болван!
Я пытаюсь! Нихера. Ложка убивает, блядь. Где ты? Не-не-не. Опять на работе спишь? Если спишь, блядь, я пошел искать. Найди девчонку, ты меня слышишь? А больше его не надо было убивать. Смотри, можешь ли с подорожником запомнить его зима, ну, блядь. Такие. Это вообще клиника. Типа, Я иду, сестры. А что не с пистолетами ходит, не с автоматами? Сюда, сестры! Да ебло завалите! Так и знала. Охранники ушли. Ты сбежала, так и знала, блин. Спасибо, сестра. Да в жопу идите, давайте, оружие валите. Может, это подходит? Нихера, аж головой. Спасибо, Хадир. Ебать! Гранаток захватил. О, сейчас мы, короче, тут устроим. Это не зря. Так, целься и стреляй, пока не упадут. Как мы и говорили. Бери, беги! Барков запер остальных на складе. Скорей туда, пока они еще живы. Да, да, Фара. Карим. И мы счастливы, меня немного взбесило. Сестры в первую жизнь. Ну, типа, они же женщины, и поэтому сестры. Были мужики, наверное, были братья херозные. Блядь. Мы победим, сестры! Убить всех! И очень храбрые! И ты тоже, сестра! Мы пытаемся! Спасибо, Чёрт. Карим! А куда идти? А, тихарима. Понял, принял. Не сюда. Йоги, туповат, ну блять, ну блин, ну это колдан, господи, ну. Нихуя, блять. Чё-то быстро. И ты тоже, чё вы, блять, пытаетесь? Найдём тоже в обратку. Ай, блять. Хоть броню какую-нибудь найти бы. Вертолет! Это Барков! Чего еще ждать от бесхребетного пса? Освободим остальных со склада, пока еще не поздно. За мной, сестры! Смотри, ух, блин! На вышке. Я ощутил прям, да. А тут тоже, нихера. Блять, а куда стрельба-то, я не понял. Кто меня шмар... Нихера он шмаляет. Да хоть сколько у вас там, слышу. Я особенно могу взять такие тупые снаряды, что хорошо типа была. Смотри, с колдыны, блин, да. Я их вижу. Шевелись, вперед! Да, ясно. Они раскрылись. Огонь! Блять, сорян, сестра. Противнику скидывай. Нанесы, я чуть-чуть попал. Осторожно,
Блять! Они американцы! Да идем, идем, господи, что? С какого? Ау! Нихера шмаляют. Скальдадите, возьму с коллиматором, да. Как бы не магазин тебе. Солдаты! Блин. Валялся на земле. Ну, как бы, блядь. Видишь? О, нихера нормально. После того бетона возрождения! Надо остановить гранатометчика! Запрыгался, урод! Они все ближе! Огонь! Очистим! Ну, я вижу, он туда, типа, не долетает. Успокойся, сестра. Надя! Ай, бля! А чё сидим? А кого ждём? Блять. Ой, Хадирка, да идите в жопу, короче. Не добивает. Ой, блядь! Да ща дойдем, я рить. А где юг? Осторожно, снайпер! Ай, блядь! О! Сука! Солдаты открыты! Прикрой! Граната в укрытие! Не, он там где-то был, короче. И что там видно? Кау? Вижу движение! Куча солдат! Ща ебанет! А вот и они! Да еб... в смысле? Чем вымораживать диалоги... А, ну, блять, не всегда было, в смысле. Всех убили. Вот откуда он взялся? Бля, откуда? Меня шмальнули, блять. У той баррикады! Осторожно, снайпер! Ай, блять! И что там не видно, блять, даже?
по мостику! Я их вижу! Смотри! Вверху! Снайпер! Да, блядь! Отлично. Снайпер херов, блядь! Карин, так. Здесь есть проход! Другие должны быть внутри! Ау, блядь! О! А ну стой! Бросить оружие! Нет, не стреляйте! Назад! Опа! Дадова! Да, командир Карим! О, капитан Прайс! Карим. Сообщения дошли! Фига себе! Лейтенант Джон Прайс! Где остальные? Там, впереди! Вот а рядом. Где твои усы? Где твои усы? Пес! Ты не Прайс! Пошли. Типа, да впереди вот, блядь, чё? Ой, это свои, блядь, сорян. Это химзавод. Он сжигает улики. И пленных. Мы будем пробиваться. Назад! Ай, похер, да, блин, улики сжигают. Нихера ты заряд заложил, блядь. Пошёл. Всё чисто. Надо их оттуда вывести. Я включу... Базар. Открывай дверь. О! Молоточек. Он, походу, с ним не расстается. Сестра, Кадир, все хорошо. Они здесь. Мы справились. Ебой. Переведи дух. Собери выживших и припасы. Мы уходим. Идите на север, не по шоссе. Браво 6, Кобальту 4. Время прибытия? 10 минут. Так, будьте рядом. Быстрее, пока Барков не вернулся за мертвецами. Иди, жди нас. Да, Фара. Ведь он заставит вас заплатить за это. Мы его заставим. Будем готовы. Наши расчистили путь на север. Для лагеря там безопасно. Спасибо. Это начало революции, сестра. Нет, брат, начало войны. Даже на войне вы люди. Помните. Браво 6, взлет через 2 минуты. Двадцать лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. Хадир обучен. В команде он или в плену, без разницы. Он забрал газ в Россию, Джон. А помогла ему Алькатала. У него ресурсы и возможности. Сложно его в чем-то винить, а? Между нами, да. Но не только в Хадире дело. У нас 2 варианта. Предупредить Москву? Или отплатить России матушке ее же монету. Погибнет куча невинных людей. От рук агента Запада. Ладно, давай ближе к делу. Что ты предлагаешь? Командировку. Без приказа? Да. Кто еще? Старые друзья. А сержант? Он готов. Я сделаю, что смогу, а дальше вы сами. Оружие только место. В Россию поедем. Я разберусь. Нихера. Отличный тут вид, Николай. Тут одно... Николай! Столица. Прежние деньги. Вижу двоих у двери. Внутри еще Алькатала. Подъезжает машина. Следи. Хорошее место. Хрен припаркуешься. Это мясник в желтом. Тот гад из посольства. Газа нет. Хадира нет. Следи за переулком. Заманчиво. Нет, не надо. Мясник выведет на Хадира. Или будет газовая атака? Если это случится, мы будем в жопе. Вооружимся и вперед. Времени нет. Сюда. Сколько у нас? Несколько часов. Николай! Не в защите собрал, что успел. Глушители, патроны. Светошумовых нет. Молодцом нет. Этот черненький. 30-й. 150 гранов. Твои любимые. Зеркальным прицелом? Спрячь пока.
Встретимся на складе. Понял. Не забудь посылку. Будет сделано. Ладно, зеркальный прицел получше будет. Я знаю, что ты хочешь поквитаться с мясником. Этого гада, сэр, давно пора закопать. Да-да-да. Такой шанс у тебя будет. Но сейчас мясник нужен нам живым. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Неплохо. Какие все, все... Какие, блядь, все вежливые, а? Точно Питер. Снимем охранников, чтобы они не смогли предупредить остальных. Потом заходим в заднюю дверь. Понял. Стреляем по моему сигналу, не раньше. Да ладно, ладно. Спокойно, друг, у нас разрешение есть. Покажи. Отлично. Николай, прибраться. У меня пакеты. Все предусмотрел. Работай осторожно. Мясник выведет нас на Хадира. До тех пор он нужен нам живым. Отлично. Если волк жив, он будет вами гордиться. Если же нет, мы донесем его истину до тех, кто сует нос вот не в свое дело. Вижу. Желтый за столом. Это возмездие. Сегодня боль и страдания познаем не мы. Беспалево вообще прям. Работай, гад. Отдельное спасибо нашему новому солдату. Новому солдату. Если волк жив... Мясник убегает! Бежим! Я тебя убью же, алло, блядь. Чисто! Все чисто! У задней стены! Убейте! Дверь! За стойкой! Убейте! УЗИ! Нихуя! Опа, 90. Дверь на улицу открыта. Мясник убегает. Гражданский, осторожно. Твою мать! Да. Кайл, стреляй осторожно. Николай, цель уходит на... А, блядь! А ты бы убил мясника? В смысле? Открыто. Мясник убегает. Гражданский, осторожно. Твою мать! Понял, я вас отслеживаю. По выстрелам, разумеется. Иди за ним, я пойду кругом на перехват. Здорово, понял! Стреляй меня! Я понял! Они умрут из-за тебя. А, блядь! Ух. Иди за ним, я пойду кругом на перехват. Понял? Я тебе помню. Я тебя понял. Они умрут из-за тебя. Блять. Сержант? Я жив, сэр. Цель уходит к реке. Скорее за ним, а то упустим. Контакт! Впереди! Машина! Блядь, где? Ебать! Вы шо, конченый, шо ли? Архитектуру не трожь, падла! Не, ну пока он нужен живой, видишь, как бы. Чисто! Мистик убегает за ним! Потому что нужно найти газ же, как бы. Так, на угол, следи за периметром.
Ник, он срезает через кафе по набережной к югу. Ты где? Разборка питерская. Берегись подкрепления. Откуда же они берутся? Ни хера не вижу, блядь, ебаный неон или что? Или так... Блядь, так и должно быть, не пойму. По-моему, у меня, блядь, что-то... По-моему, у меня что-то с графикой, блядь. Какого хера? Что происходит? Да убери ты, ёб твою мать. Ой. Вот и он. Нихуя, Коля, а ты... Особо не побегаешь. Просто царапина. Машина. Николай хорош. Да свои ты. Куда отправлять ваши головы? Нахер эти говна кусок. Пулемет. Походу, сейчас будет нас преследовать. Так, у нас проблема. Что? Какая? Движок пошаливает. Ну так успокой его. Полиция! Там ехать будем, не, короче, типа. Умничка. Где химикаты? Где детонатор? Ничего ты мне не сделаешь, слабак херов. Перестань, капитан. Топорно работаешь. Ты думаешь, я тебя не помню, сасовец? А ты, сержант? Ну, эй, зел, спокойно, сраный придурок! Надо расколоть этого гада. Сейчас так и сделаем. Николай, где посылка? Сейчас будет, капитан. Что-то, блин, иди к походу, Николаю, забери посылку, что-то с графикой случилось. Сюда. Николай. Чё ты лёг, блядь? Видишь, да? На текстуру, блядь, сломались. Посылка в машине. Что это такое? Может, потому что я в окне, блядь, играю. Николай, ты, надеюсь, там... Пожалуйста, это отпустите козы. Нас! Мы ничего не для переговоров. Знаем! Николай, это суров. Можно мясник передумать. Что случилось? Все хорошо. Не делайте моему сыну больно. Да я буду ему больно делать, слышишь? Мы так чисто. Не бойся. Попугаем. Газовой горелкой, и все. Кстати. Нет, так. Куда мы идем, мама? Да что-то да, что-то сломалось у меня. А потом вернемся. Просто не хочу перезапускать игру, блин, стрим упадет из-за этого. Хотя можно, конечно, попробовать. То, что вы делаете, непростительно. Давай перезапустим, наверное. Выйти из игры. Игра, она когда шалит прям. Так, Battle.net. Блядь, патч не надо мне какой качать, хорошо? Ну, нормально. Знаете, блядь. Нормальный рейв пати можно строить. Ну да, есть такое. Сука, почему громкость постоянно сбрасывается? Ты мне расскажешь об этом? Так, может, сейчас у меня заработает полный экран и без рамки? Ага, хуйца пососёшь, что, блядь, называется. Видишь, 20 FPS, почему? Я, блядь, не понимаю, в чем причина. Типа, ему, блядь, что? Что, блядь, не так?
Ладно, врубим полноэкранный. Хотя, блядь, нет, мы будем в окне играть. Потому что... Ой, блядь, не тот режим. Сейчас, погоди, оконный. Сайганчик. Компания One, давай попробуем. Да понятно, блядь. Где мы там остановились? Надеюсь, все хорошо будет. Плюс, блядь, текстуры как-то очень странно сломались. Причем это первый раз за игру, как бы. Походу, Питер не доделали. Ох. Во, видишь, что починилось, смотри. Сержант Гарик, посылка в машине. Почему? Почему, блядь... Че не так-то с игрой? Алло. Так, сделаем. Че там? Все, погнали. Что это такое? Ну что там? Сыворотка правды. Ну вроде все хорошо. Починилось вроде. Сыворотка правды, говоришь, так, ну давай, семья, да? Пожалуйста, это отпустите козы. Нас! Мы ничего не знаем! Возможно, Николай! Передумает. Николай, ты суровый парень вообще, давай. Что случилось? Не делайте моему сыну больно! Да ничего мы не будем! Все, что вы скажете. Все, горелка, чуть попугаем, как я уже говорил, все хорошо будет. Может, небольшие ожоги получите, но... Мы поговорим с людьми, а потом вернемся... И с папой поговорим, все с всеми поговорим сейчас, короче. То, что вы делаете, непростительно. Мы не виноваты. Я хочу знать, почему мы здесь. Ты можешь уйти. Для Никола. В смысле? Оставь. Хорошо. Сэр. Отлично. Отдай их Егору. Нет, типа, пожалуйста, нет. Егор. Папа. А ты думал, что, блядь? Типа, если семья ее что не найдет? Полную силу хотел? Смотри. Только ребенка, блядь, не трогайте. Слышь. Смотри, что ты наделал. Здесь твой сын, твой ребенок. Ему не сложно обижать детей, да, сержант? Нет. Заткнись. Что ты наделал? Я же говорила, не впутывай в это нас! Капитан, я пойду. Конечно. Бери, сержант. Что вы хотите с нами сделать? Не копай. Эй, нет, 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 нет! А что такое? Хватит! А я просто машу пистолетом. Ни при чем. Эй, стой! Да? Уверен? Ой. Это ты спустил курок, не я. Не сомневайся, я не разрешил бы сержанту брать в помещение заряженное оружие без необходимости. Так, последний шанс, где газ? Блин, можем его не нажимать? Нет, ладно, ладно, слушай. Кировский театр. Он врет. Нет, это правда, врет. Клянусь, правда. Газ там, Кировский. Уверен? Я клянусь тебе. Где Хадир? Свежая кровь. Вы его уже не остановите. Идите, сержант. Спасайте своих долбанных русских. Генерал Барков уже умрет. Хадир, он охотится на Баркова. Мы все, у тебя минута. Мы уходим. Россия и Запад начнут воевать. И оставят нашу страну. Иди, сержант. Я все тебе сказал, сержант. Делай со мной, что хочешь. Ну а что, теперь моральный выбор? Семью мою не трогай. Ха-ха, я не люблю моральные выборы. Уходите, вы же свою получили. Ну он типа козлина вообще конченый, как бы. Если блядь, собираешься меня убить, убей, пожалуйста. Блять, ну... Ты пытался быть героем, но ты
Просто злой. Мальчик или мальчишка. Сука. Ладно, будем плохими. Николай, газ в Кировском театре. Забирай, выходи на связь. Ах, паскудно чувствую себя очень. Это подано, она вывезет вас из города. Кадиру Баркова, он собирается его убить. И начать мировую войну. Нет, если мы успеем раньше. Как-то ж прям... Блядь, не знаю, короче. А, мы на полицейский поедем? Нифига. А может еще выбрать? Идем, сержант. А что спереди не могу, слышь? Обидно. Грань между добром и злом очень тонка. Не знаю, по-моему, у вас тут все ясно. Типа, вы хорошие, короче, а русские плохие, как бы. Ни на что, как бы, не намекаю. Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники в безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Вас понял. Расчеты химзащиты уже в пути. Ради любви к России немедленно уничтожи Николай. Бля, Николай, прям. Мой герой. Эй. Впереди пост. Из-за нас? А какая разница? Перекрыто. Что делаем? Шок и трепет. А если не разбегутся, тогда все полетит к чертям. 3 секунды. Времени полно. Ни хрена себе. Николай нам булки спас. А если погони? Не будет. Блин, смотришь на капитана Прайса и хочешь ему верить, прямо такой. У него лицо такое доброе, хотя он тоже морозина на самом деле тот еще. Хрена ли мы тут делаем? Мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать, Кайл. Всегда так было. А черту-то мы где проводим, сэр? Может быть, снял. Где тебе нужно, там и проводишь, сержант. Немного гемора. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки, а мир остается чистым. Такая идея. А если у тебя есть сомнения, я все и сам могу сделать. Нет, сэр. Нет сомнений. Отлично. Теперь найдем Хадира, пока он не убил Баркова. Здесь капитан Прайс снять бороду, может быть, психолога занять его дома? Да не. Не похож. Группа поиска. Команда Хадира. Еще ищет. Мы не опоздали. Найдем Хадира, пока... Ни хрена вы приоделись. ...в подвале у Баркова. Будь рядом. Пошли. Ты вернулся? Ей! Все тихо. Значит, Хадир взял все под контроль. Баркова может тут не быть. Считаю, что есть. Если и нет, то будет. Там везде будет Алькатала. Главное наше преимущество – темнота. Стелс будет сейчас, стелс. Бой вступай только при крайней... Мой любимый. Если Хадир находится в доме Баркова, то мы обязаны его найти. Стреляют. Пошли. Эти ворота – наша точка входа. Понял, прям. Разбей выстрелом лампу. Мы укроемся в темноте. Будем как Сэм Фишер. Пошли. Попозже вернешься, давай. Впереди враг. Не стрелять. В лучших традициях Splinter Cell, ну давай. Слишком много. Не высовывайся. На свет не выходи. Подожди, у меня фонарик горит, или мне кажется? Или типа свет такой от... Да понял, я не дурак. Слышь. С
Слева мы как находили, он понял. Не, ну все, все понятно пока что. Надо отключить электричество. Вон на стене щиток. Ладно. Нихера ты дерзкий. Выход заблокирован. Выруби свет, это их отвлечет. Жди, когда отойдут. Так, они разделились. Двое справа. Сначала их. Справа? Просто ты уверен, блять? Двое справа твои. Ну ясно. Стелс не удался. Выход заблокирован. Выруби свет, это их отвлечет. Жди, когда отойдут. Так, они разделились. Двое справа. Сначала их. Теперь остальных. Все чисто, пошли. Смотровая площадка впереди. Вот и комплекс. Посмотрим, кто там против нас. Что у нас, босс? В главном здании тихо. Есть движение в часовой башне, в церкви и у бассейна. Спускайся, я поведу наблюдение. Миленько. Блять. Ведь изображение нормально, не дергается, ничего. То мало ли. Блять. Осторожно, их слишком много. Если что, можешь попробовать скрыться. Точно, как бы не хотелось бы. Чё ближе? Погасил этот фонарь для тебя. Какой ты умничка. Часовая башня впереди. Ищи щиток с предохранителями. Если выключишь свет, у нас будет преимущество. Да, блядь, ты здорово придумал, конечно. У них кто-то есть. Проверь, там ли Хадир. У него может быть Барков. Погодите, да я найду этот самый. Я его возьму. Готов. Поищи пленника у часовой башни. Я тебя не вижу. Пока что ты сам по себе. Смотри на меня. Я человек, на которого ты работаешь. Это ты зря. Не
после того, как ты мне все скажешь. Идиот! У тебя ведь еще и стрелы можно сломать. Где лаборатория? И где он? Где она? Ну давай, ври дальше. Тебе же хуже делаешь. Смотри на меня. Я человек, на которого ты работаешь. Хадира нет, но у них есть пленный. Узнай, что известно пленным. Любая зацепка может вывести нас на Баркова. Я не предам свою семью. Сильно досталось бедняге. У бассейна и у церкви есть еще люди. Узнай, там ли Хадир. Осторожно, машина противника ведет наблюдение. Держись подальше. Вижу тебя. Пойдем в обход. Машина противника слева от тебя. Жестко. Он мой. Хера ты глаза. Да, еще как бы и не за что. В смысле, спасибо. Так ты останешься незамеченным. Они поняли, что что-то не так. Действуй скрытно, и они не будут знать, где ты. Мне нужно знать место! Как где он? Проверь церковь. Машина противника справа. Они вызвали подмогу. 5 человек выходят из особняка. Бля. Бей церковь. Вижу врага слева от тебя. Давай! Я всю ночь так буду. За тобой машина противника. Саир. Помтушин сижин, а вот лесса. Саир. Тебе нужно сказать мне, где сейчас Барков. Мне нужно знать место. Скажи, где он? Машина противника, бой не засыпать. Саир. Мы знаем противническое оружие, которое сделали твои люди. Где оно? Я вижу врага. Справа. Вы не можете уследить за своим же орудием убийства. Где лаборатория? Вставай! Я всю ночь так могу. Здесь щиток с предохранителями. Можно вырубить свет во всем здании. Этого хочешь? Хадира не вижу. Тут очередной пленный. Проверь, может ли он говорить. Ты этого хочешь? Я вижу цели сзади тебя.
пока сам, Кайл. Так. Проверь, в состоянии ли заложник говорить. Я не могу говорить. وين صرنا بالاستجوابات؟ لسه ناطرين المجموعة. دعوا هون في مي. Моя семья придет за мной. Черт, капитан. Заложник, родственник Баркова. Нет, нет. Люди Баркова приходили домой к Хадиру, а куда теперь же все вы? Наоборот. Не бросайте меня здесь! Иди к бассейну. Если у них пожалуйста, заложник, он долго не уходите! Вы должны меня забрать! Вернитесь! Прошу вас! Я не хочу здесь умереть! Пожалуйста! Они же меня убьют! Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Не бросайте меня! Я тебя вижу, Кайл. Так, лидирующие тяжки, да. Угарнул. Прикольно. У главного здания активности мало. Можно пока туда не идти. Не благодари. Машина противника сзади. Ты приближаешься к бассейну. Впереди цель. Похоже, что все внутри. Проникни туда и займись ими. Ты там легко, блядь, с горы говорить. Они усиливают охрану. К тебе идут патрули из главного здания. Справа от тебя враги. Вижу цели слева от тебя. Да я, блядь, слышу, халло. Слева от тебя враги. Я типа пока посижу. Тактично. Позади тебя цель. Отлично. Иди к бассейну. У Хадира может быть еще заложник. Бассейне. Погасил этот фонарь для тебя. Блять, ты чё меня пугаешь-то? Есть контакт слева от тебя. Моти хайван!
Он не здесь. Блять, не можешь. Так как мне туда зайти? Оттуда? Так ты останешься незамеченным. Спасибо, Кэп. Я тебя не вижу. Осторожно там, ладно? Денис. Хадир не обнаружен. Третий этаж, 4-5-1. Его раскололи. Он все время третий повторяет. Этаж. Третий этаж, 4-5-1. Это все, что у нас есть. Иди на верхний этаж главного здания. Встретимся там. Минуник. Осветили тут все, будто стадион. Быстро на третий этаж. Работаю. Ебать! Выбежал такой. Обидно. Осветили тут все, будто стадион. Быстро на третий этаж. Работаю. Так там лестница есть. ПВ бликует, но я заметил, да. Хадир وصلنا لهون ونحن اقرب من اي وقت مضى. ما في حل ثاني ولا حدا ثاني. وقت كل شيء راح يبين. Чем суть игры? Что ты делаешь, Хадир? Мат. عم يصطادونا واحد واحد. Убивать людей. Типа. Это انت يا اخي. Что тут плохие русские, все дела. Так это второй этаж, да? Все, я внутри. Иди на третий этаж, нам надо выходить. Здесь очень злые русские, прям. Максимально. Да ебать. Ликвидируйте, пойдет. Да понял я уже, блин, ну я что-то как-то не ожидал увидеть его там. Да хера что-то. Что-то с пистолетом не знаю. Ну типа так удобнее. А, у меня. Что им يصير هنا? ما شفت عصر له, لسه عم ندور. لسه عم ندور.
ты, блядь. О! Да ни хера не залетает, блин. Знаешь, у меня ЕБР-ка тут. Ты, в принципе, сгодится. О, Майкл, здорово. Я ломал стекло. Ну, блин, немножко, да. Иди на третий этаж. Ебать ты умный, слышь? Тут полный дом врагов. Говорит, иди на третий этаж. Слышь, блин, сам иди, всякую. Че, про колду геймер бойкот дали? Русских выставили. Блядь, это всегда было. Ну, здесь, да, здесь борщинули, конечно. Третий этаж, Кайл. Вперед. Третий этаж, я в курсе, блядь. Это врагов, блядь, полный дом. А я один. Как говорится, война войной, а я у мамы один такой. Иди на третий этаж, нам надо выходить. Калаш с глушок. Посижу, короче, пока. Бля. Патронов, блядь, на всех хватит. Ты ж прайс, может, там, короче, стремлён даже жалеть? Да и... Вперед. Да, блядь. А, с другой стороны, для разнообразия, почему бы нет, террор спасали, вы в добрые, плохие и прочее. Ну, как бы в колде всегда плохими нас показывали, поэтому... Я тоже отношусь к этому суронию, как бы... Ну, так... гипертрофированная клюква такая прям. Да как ты, блядь, меня увидел здесь? Да, блядь, ладно. Третий этаж, Кайл. Вперед. Я иду на третий этаж. Понял. Стреляй осторожно, я наверху. Ты как здесь оказался, слышь, блядь? Быстрее меня. 4, 5, 1. Да тут и, да тут и. Вы его защищаете? Нет, мы забираем тебя. Ты... Пошли. Слушайте, я вам не враг. Кирюха правильно говорит, молодец. Идёшь-ка? Ну как бы, там я панику, понятно. Мы по-прежнему союзники, капитан. Ну не так же. Тогда помогите нам, пожалуйста. Помогите моей сестре. Ну гору же смотри. Ложись! Блин. О, блядь! Надо уходить. Я знаю выход. Северные тоннели. Ты у меня полезен без глупостей. Дверь застряла! Кайл! Дверь застряла! Быстрей! А я тебе, блядь, что сделаю? А, понял. Говорит, застрял. Вдвоем, блядь, справиться не могут. Давай быстрее, ёба!
Ты расшевелил осиное гнездо, ходи! Берегись! О, блядь! Ясно. Так, где плохие, я хороший, не пойму. Ух, капитана убьют. Хоть. Ух ты ж, просто продолжай по ним стрелять. Это и самопроницательность. Я прикрою. А, что а изображение так тормозит? Скорее жив, чем мертв. Я ковер спас. Конечно. Типа вроде норм. Ой, дымы пошли. Это нам. Пошел нахрен! Нихера. Так а нам куда вообще, слышь? Скрыться. Пойдем сюда, слышь. Если по двери открыть. Ой, блядь! Ааа! С зелененьким, бля. А? Где? Не видишь. Блять! Бля. А почему когда? Иногда когда бежишь, короче, даже... А, ладно, короче. Забей. Контакт. Идите внутрь, не оставайтесь на открытом месте. Юха. Нужно прикрытие. Сложите оружие, и мы будем... У нас очередная цель, юго-запад. Нам нужно прикрытие. Идите внутрь. Вертолет наводится на тебя. Ай, сука! А! Сексизм. Ну нет, не сексизм. Контакт после бассейна. Мне нужна поддержка. Выше возьми. Идите внутрь, не оставайтесь на открытом месте. Сейчас она ночью как бы и туда старбай, Кирюха, это очень странно звучит. Да ты, да сука. В здание, а ладно, понял. Да ёбана. Говорю, будто 40-летний сращуга. Выпил, дышав, пляс. Идите внутрь, не оставайтесь на открытом месте. Ой, блядь. Вижу цель на севере. О, а куда? Да ёбана, куда стрелять, нихера не вижу. Тоннель дальше к северу. Не останавливайся. Прикройка! Граната, блядь. Ну что, погнали нахер? Берегись! Ебать!
Ломай быстрее! Капитан Прайс! Возьми! Где там ты? Бля, а иду молоточком будет. Ебать! Собери, сынок. Собран как никогда. Две. Тогда помоги атаковать лабораторию. Бля, мы типа... Вот уж нет. Тебе теперь крышка. Капитан! Это путь в один конец, ты же знал. Тогда вы поступите как надо, да? Босс, скажите, что мы закончим дело. Понадобится помощь. Получим ли мы ее? Пошел. Капитан, прошу, дайте Фаре планы, скажите правду. Ты сможешь сказать ее всему миру. Мне плевать на весь мир. Я думал о сестре. База вызывает 06. Союзная авиация заходит с юга на 1-8-0. Позывной хранитель 1. Понял. Это Ласвелл. Что ей тут нужно? Чую кровь. Вот, это данные. Держи при себе. Да, сэр. Это еще что? Отбой. Мы его передаем. Кому? России. Ебать. Отдаем. Что, в смысле, да? Подожди. Не усложняй, капитан. Переубеди меня. Это война посредников, Джон. И мы все просто пешки. Говори за себя. Передавай. Да, сэр. И сама передал. Все улетают бомбил, теперь они без пали улетают сами. Ну, типа, блядь, это колда, ну в смысле, ну, блин. Хадир твой, да? Ну, они просто что-то начали, ну, в этой части на серьезных частных начали преподносить все это. Я позвоню, если что. Бля, у Прайса морда как у какой-то доброй собаки такой, прям. Прям так хочется ему косточку дать. Так что заставки тормозят, короче, это не смотрите, это у всех так, даже на самых мощных компах, даже, блин, на двух компах, если стримят, то есть оно у всех так тормозит. Это типа норма. Фара! Поговорим? Я знаю, каково это, капитан. Не в этот раз. Хадира отдали русским. Его убьют? Если повезет. Вы опять спасли свободный мир, капитан Прайс. Хадир нашел завод Баркова в Восточной Грузии. Лайфрендер потом тормозит. Хотел его уничтожить. Ну, херовый ход. Все мы чуток рехнулись. Не так ли, Алекс? Так точно, сэр. Поможешь? Мы закончим, что он начал. Походу, финальная битва. Вы хороший друг, капитан. И явно опасный враг. Но я не лезу за чужие границы, а берегу свой народ здесь, дома. Но иногда лучшая защита — это... Здесь все есть. Планы, персонал. Ясно. Это может сделать ополчение, не связанное с Западом. И все свалят на террористов. Ведь так? Не зря я вам верила. Если Барков там, он мой. Это тайная операция по уничтожению лаборатории Баркова. Там внутри Николая, он обеспечит взрывчатку. Два отряда проникнут туда. Мы с Гериком установим заряды на трубах. Фара и Алекс, возьмите у Николая детонатор, заминируйте главный реактор. Как установите заряды, отходите на безопасное расстояние и взрывайте. Ласвелл дала нам поддержку с воздуха, остальное за нами. Бойцы на северной стороне моста. Запрашиваю удар. Вас понял. 3 секунды до цели. Отлично, хранитель! Тук-тук! Кто дома? За мной! Не отставать! Периметр открыт, Кейт. Мы идем.
Но, норм. Так, сейчас, секунду, что-то... Что у меня опять сбросилось? А, все, я понял, почему. Потому что вот так вот. Передаю управление ударами воздуха. Авиация теперь ваша. Что там, Николай тут еще жук? Напоминает мне Сидро, все же знаете, подвозит, оказывается, на месте с помощью телепорта. Ну, бля, даже Николай, ну. Ягуар 4-7, я Эхо 3-1, прошу атаку, цель помечена. Эхо, Ягуар к бою. А, это не пушка, типа? Напевни стрелки! Вертолет на подходе! Атакуй. Прямое попадание. Ух. Неплохо. Шалун ла Николай. Шабай, атакую. Не отставай, Алекс. Ну что, не стой, я сейчас снайперю, алло. Дыщ. А, блядь. Не, погоди. Да, сука. А, бля! Да откуда шмалять, я не понял? Да, отдайте-ка ракету, блядь. На, блядь! Ай, блядь! Да, блядь, откуда прилетает, сука? Черт, наш ПТР подбит. Смотри, после фанили дошли. На подходе вражеский вертолет. Бить его. Ты там, прась, голову уберите. Сейчас жахнет. А, блядь. Ау! Сюда, сука. Вот это увеличение, блядь. Сам себя сжег. Самоубийца. Патроны, блядь. Да ёбана. Блядь. Граната. Так, блядь, что-то вы меня, короче, заебываете. Ракета пошла. Есть попадание. Накрыли всю группу. У той лесополосы, береги! Солдаты!
Да сука, ты можешь, блядь, держать ровно. Он, блядь, перед прицелом выбегать. Короче, блядь, Прайс, побежали, развалимся. Ой, блядь. Нет, так тоже не работает. Как мне, блядь, наверх залезть? О, блядь! Ебать, откуда вы тут взялись, блядь, вас там не было? О, сука! Сейчас я тебе, блядь, киду гранату. Ай, сука, откуда? Ой, Прайс, ты что ли? Сука, Прайс! Псина ты, блядь, тупая. Чёрту! Ай, свой, блядь. Бля! Сорян! А, типа эти не считаются своими, да? Я понял. Отличная серая мораль. Activision. Типа, когда попал американец, типа, нельзя по своим стрелять. Как только попал партизану, типа, похер с ним вообще. Нахер он срался. Это генерал Баркоров, он здесь. Пусть он тут навсегда и останется. У них нет открытия. Так, не надо, так я... Че? Прикольно. Ладно, пойдем дальше. А нам куда еще? А, вот туда. А, пойдем. Мы еще повылазит. О, блядь! Я понял. Плохая идея. Значит, пойдем сюда. Нужен РПГ. Контакт, южная сторона. Я никого не вижу. Цель 40 метров. Вражеские ресурсы на подходе. В смысле, блядь, он пулеметом стрелял? Пёс ты, блядь, смердящий. Ракета. Зачем ракета, если шестиствольный пулемет, блядь? Ай, блядь! Это тоже вариант. Бля, Прайс, чуть по тебе не шмальнул. Кончилось! Там на крыше! Юх! Я их вижу! Юх! Прикрой! Солдаты, открыты! Ау! Ну, давай, вперед! Кто по мне попал, блядь? Я не вижу. В смысле? А можно типа вот так вот, да? Чисто! Чистота, чистота. Итак, пойдем. Блин, шестиствольный пульт, сбивать вертолет, это, конечно, нормально. Пойдет. Всем, вход заблокирован. Нужна помощь дверью.
Отряд Эхо, начнете отсюда. Том, блядь, ногой выбил дверь, теперь молоточком своим. Бля, неудобно противогаз. А ПНД не... А, тут не понадобится. Понял. Изображение, кстати, нормально не дергается. Он у меня на ВПС дергается, хотя вроде же сейчас ВПС показывает. Для лаборатории они вооружились на совесть. Мы все это похороним. Гранатомет? Нормально, ладно, хорошо. Для лаборатории они вооружились на совесть. Мы все это похороним. Думаю, это нам не понадобится больше. Нихера. Рассредоточиться! Да, блядь, откуда? Сука, тебя первый раз там не было, откуда ты взялся? Бесит, не могу прям. Для лаборатории они вооружились на совесть. Мы все это похороним. Рассредоточиться. Да давай врубай уже. Больно, блять. Долгая граната какая-то будет. А, блядь. Идем, второй этаж. Внутрь, наверх. Сука. Ай, блять, обошли. Че, особо магия эльфийского телепорта, как, кстати, с артерий спаун был. Ну да, вот это всегда что в колде было, либо враги, блять, спаунятся. Идем на третий этаж. А чё не взрывается? Это чё, блядь, учебное, что ли? Налево, Алекс, дверь! Я понял, понял. Наружу! Ой, да неужели? Прыгай, шо сидишь? Ой! Йо, Николай, не блядь! Сука! Скорее, берите заряды. Нормально, блядь, Николай, ты откуда взялся вообще? Взрыв начнет цепную реакцию. Взорвем реактор, Барков. Спасибо. Правильно, не потеряй. Цепочка золотая, нормальный пацан. Барков чётки. Позорит мою страну. Это непозволительно. Спасибо, Николай. Не, ну в смысле, гранату кинул, она и взорвалась. Вы бы не услышал, как бы. Может, какой-то жопный поглотитель.
Бля, опять низ. Ух, мать, это что у него там, блядь? Хуясь там, блядь, я думал, что это он чем-то огненным, блядь, стреляет. Ай, блядь, ай, блядь. Ай, сука, ах, падла. На, сука, жри. Ой, тут тоже гранат. Он обосрался от страха. Сам обосрался. Нихера не, куда нам идти, блядь, вообще? Ау! Кто меня ударил? Я тебя кину, блядь. Я тоже могу кинуть, на. Сука. А, блядь. Вся жопа обгорела. Я тут посижу пока. Есть ПНВ, блядь? Нет ПНВ. Не видишь ни хера, где враги, блядь? Куда стреляют? Свои нет. Не свои. Блядь, дурак, что ли, совсем? А чё побежал? Убич рванет. А ты как, блядь, не умер? Сука. Да вы откуда? А где наши вообще, блядь? Ай, больно. Ай-яй-яй-яй. Что, где-то бегали-бегали, в итоге я один, блядь, остался. Туповатая перестрелка какая-то, блядь. А, все, уже... О, вот тут стоите! Это, блядь, здорово придумали. Чё там? О, скучно. Зажига... О, слушай. Так, скар какой-то кончен, давай-ка возьмем. Пойдем-ка. А, блядь! Ну только... Ой, это... Детонейтор слом... Я отхожу. На тебе, блядь, гранату. Блядь, 4 гранаты ему нассать вообще. Ой, блядь, а чё не взрывается-то? А, не прикольно. Патроны кончились, блядь. А-ля-ля-ля-ля, а-ля-ля-ля-ля. О, как ты понял, что я сюда пойду? Ты как разгадал мой план. Где он, блядь? Да ты бы... Как он, блядь, это понял? Типа, говорит, он ничего не видит. Блядь, в 15 метрах, короче, он разворачивается и в меня начинает стрелять. Я сразу потрошу. Вот так вот взять.
А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здорово. Ёб твою мать, фара! Рот твой я ебал, блядь, сука! Блядь, ну это она конченая какая-то. Всё, блядь, прямо под прицел свою ебучую голову подставила, блядь. Хуй соси. Так, выдернуть чеку, мистер Граната нам больше не друг. А, типа, все. Бочки-то кончились. Ой, ебать. А ты как тут оказался? А тебя сломаю, придурок. Бля, где он? Ой, блядь! Можно гранат, короче? Если ты пистолет взял, блядь. Пистолетик нету. Да ладно. Серьезно? А я хорош. Это у нас тут детонатор сломался. Ты, блядь, я, по-моему, стрелять уже хотел. Ёб вашу мать. Фара, у нас проблема. Эхо, я главный, как слышите? Слушаю, главный. Вижу генерала Баркова. Повторяю, он идет к вертолетной площадке. Главный, эхо на подходе к реактору. Ставьте заряды и уходите. Вас понял. Конец связи. Слышала? Идем. Гоу-гоу-гоу. Реактор там. Там дверь. Иду. Че, погоди секунду. А хотел бы составить столько. Чуть-чуть он смещена картинка. Но... Что случилось? Детонатор накрылся. Ну да. Я пойду. И зачем? Поджечь реактор. Ты не успеешь уйти. Я знаю, что делаю. Фара, послушай. Нет, это ты послушай. Из-за этого газа мои люди испытали нечто похуже войны. Я просто не могу теперь уйти. Я не прошу тебя уйти. Только отдай мне приказ. Не отдам. Командир, прошу. Нет, я не твой командир. Ну а кто? Кто-то должен зажечь этот огонь, а кто-то убить Баркова. И то ты не сделаешь. Я выполнял приказы всю жизнь. В такой я могу поверить. Ути какие мы благородные. Дай мне приказ. Аж тошнит прям. Ты борец за свободу, Алекс.
А ты лидер, Фара. Дай приказ. Иди. Есть, мэм. Надо говорить, сэр. Удачи. А лучше команда. Так, а мы за кого будем играть? За Фару или за него? Браво, а нет, мы за Кайла играть. Пара идет за генерала. Понял вас, Эхо. Пробиваемся к трубам. Отбой. Готов, сержант. Нет теперь правил, да, капитан? Никаких. Но на снайпере и покажем. Понял, принял. Подтверждаю контакт. А я тебе шайтесь, ёбаная рот. Ясно. С пулемета лучше не стрелять. Чё, я так приторно, что у меня уже слепался. Ну да, да, да. Так. Чё, блядь, стреляю по снайперу, нихуя не происходит, блядь. Ну чё, блядь, бессмертный, что ли? А чё пришли? Ау. Понятно, разберусь. Ясно. Противник вышел из укрытия. Блин. А может, не надо? Сука, никакого, блядь, прикрытия вообще, блядь. Молотов пошел. Хуёлотов. Бля, патроны. Ай, блядь. Просто вот так вот.
Меня моей же гранатой убило. Прикольно, прикольно. Нравится. Ебать, да вас сколько? Откуда, блядь? Только что, сука, вас не было там, вы чё, блядь? Это как вообще, блядь, происходит, нахуй? Они просто там спаунятся, блядь. Хуй сосите, блядь. Заряжаю! Цели на погрузочной платформе. Пошли! Шевели задом! У ограды! Не тормози, Кайл! Почти на месте! Типа того. Все, ставь заряды, начинай. Взбесили, черти. Труба заминирована. Твою мать, парков сваливает. Фара, Николай, где вы? Николай, ты где? Мне все равно, сколько сейчас времени. С Москвой мне связь, быстро! Повторяю, парков улетает. Скажите им, это генерал Парков. Меня не будут игнорировать! Ждите. Есть контакт. Мне все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Что? Карим! А, блядь! Хорошая игра. Прям нравится. Ждите. Мне есть контакт. Мне все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Чуть не написал сразу селок. Скажите им, это генерал Барков. Меня не будут игнорировать. На, блядь. Сука. Ты просто... А ты опять меня душишь. Блядь. Выкинь его нахуй с вертолета, блядь. Ну, блядь. Псина сутулая. Я никогда не сдамся. А, она бобить, да, понял. Слушай, один раз можешь сердце воткнуть, блядь, я не знаю, что... Старт... Пни его, ну, блядь. Говорил тебе, Фара. Давно говорил. Давай, за мою семью. Нет, это за мою семью. Это за Хадира. Уи! Фара, что там у тебя? Капитан. Барков мертв. Понял. Алекс, заряды установлены? Так точно, сэр. Алекс. Реактор окружен. Я отсюда не выберусь. Закончим дело. Спасибо. Да, мэм. Все чисто, капитан. Понял.
Все посты по моей команде. 3, 2, 1. Подтверждаю, цели уничтожены. Так, Алекс, типа помер, да? А, блин, надо же было так сделать, да? Россия, матушка, одобряет. Куда летим? В Урзыкстан. Так, подожди, откуда, блядь, Николай уже за рулем, блядь? Куда, как? Бля, ну Николай... Ладно, за Николая, короче, простим о грехе. Николай реально самый крутой перс. Даже круче капитана Прайса. Приличного пива тут все равно нет. Россия бросила Баркова. Но выбора у них особо не было. Он мертв. Ты неплохо замял нашу проблему, Джон. Пока. Но без присмотра. Нет, нет. Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретно их суть? Спецгруппа. У нас уже есть хвосты. Я их обрублю. Я плачу агентам, а не боевикам. Тогда пей свой чай. Захаеву нужен трон Баркова. Я чуть не закопал его в Припяти с Макмилланом. То был отец. А это сын, Виктор. Славная семейка. Они поклонники Хадира. Это объясняет, почему он еще жив. Хотят вытащить его. Тогда и мне что нужно. Ну, типа намек это на следующую часть, типа, я так понял. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют Газ. Он вроде не спорит. Джон МакТавиш. САС снайпер. МакТавиш! Солк! Солк, прикинь, Солк! Вот и он. Саймон Райли. Райли? Нет фотографий. А это кто? Ну, остальное... Знать, а Райли это кто? Если не договоримся. Как ты называешь свою команду? 1-4-1. А, это у Радуга 6 такой. Ебать, вот это поворот. Ну, типа, короче, Infinity War, короче, обосрались прям знатно, так. Я вам скажу. Прям вот, как никогда. Ну, Activision вместе с ними, на самом деле. Thank you. Thank you for joining. Сука, блядь. Сюжет хуйня. Никакой серой морали, которую обещали. Это Закаев, да, вот этот, который? Николай! Идет эвакуация. Здесь все контролирует Алькатала. Раньше здесь было неплохо. Теперь это в прошлом. Восток и Запад отстроили Верданск после Холодной войны. Алькатале это не очень понравилось. Теперь у них бронетехника и тяжелое вооружение. Террористы с танками. Кто у них главный? Кто-то новый. А, новый парень, да? Крутая шляпа. Как зовут? Не знаем, но у него сильный... Это Че Гевара. Это российские данные. Откуда они у нас? От коллеги из Москвы. ЦРУ работает с ФСБ? Не в первый раз. Из ФСБ, из ГРУ. Капитан Прайс? Николай? Ты плохо себя вел? Звучит как комплимент.
Прошу, мы же друзья. Комаров? Это заберут. За мной маэстро? Был маэстро, кстати. Комаров поможет нам с этой операцией. Каид? С этим новым оружием Аль-Катала сможет перейти от терроризма к военным действиям. Это проблема для всех нас. Пока не поздно, мы создаем многостороннюю опергруппу для поимки нового главаря Аль-Каталы. Мы готовы. Скажи, что требуется. И за дело. Ну, типа намек на следующую часть, понятно, будет Modern Warfare, наверное, 2. А, или спецопс. А, спецоперация. А, ну типа сейчас типа будут спецоперации, там, короче, это они коопные, я так понял. Ну, их типа она будет проходить отдельно. Такие дела. Ладно, короче, обосрались Infinity Ward своей серой моралью, которую обещали. В игре однозначно есть плохие, короче, террористы, которые вот эти Аль-Каталы, да, есть плохие русские. И, блин, хорошие американцы и хорошие, ну, англичане в лице Прайса, да, там, и Кайла. Как, чё они там, на что они рассчитывали? Причём, да, ещё они там... Это у нас ещё в переводе, кстати, сгладили, так, уголочки, так вот. Типа, у нас везде, ну, солдаты Баркова, а в, америк... ну, в английской версии вообще-то идёт... Просто The Russians, Russians Army, короче, Russians, то есть напрямую говорится. Ну, блядь, я не знаю. Ну, в общем, сюжет говно. Как игра, игра классная. Вот. Отличный шутер, механики, геймплей, то есть графика, все шикарно. Но вот, ну, пусть, короче, это останется на совести Infinity Ward и Activision. Как бы, ну... Хер с ними, как говорится. Мультиплеер все равно я буду играть. Потому что мультиплеер классный. Стримить тоже, наверное, буду. Посмотрим. Вот. Ну все, прошли сюжет. Не знаю, потом с кем-нибудь, наверное, пройду эти коупные миссии. Или не пройду. Посмотрим. Ладненько. Всем, кто смотрел, спасибо. Теперь стримы будут только на Твиче, потому что все равно на Ютуб мало кто заходит. На Ютуб будут записи стрима загружаться. ВК, просто уведомления и, ну, и прочее. Ну и записи тоже выкладываться будут. Вот. На этом всем. Все. Все. Кто смотрел, там не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, YouTube, Twitch, Discord, что там еще? Twitter, да. Все ссылочки там есть в описании везде. Фух. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.